Школьные олимпиады проводятся, как известно, с целью выявления одаренных детей. В образовательном процессе основными критериями является процесс получения и освоения знаний учащимися. Ученик средней школы номер 10 Ислам Амаев стал победителем регионального этапа олимпиады по предмету экология. По словам директора школы Расула Муташева, Ислам показал превосходные знания не только по данной дисциплине, но и в ряде других, подчеркнув, что тяга к знаниям проявилась достаточно давно. Он сильно развивается по направлениям, которые ему нужны будут в дальнейшем. Это химия ему нужна будет, биология, русский язык, математика. В этом плане у мальчика идет целенаправленная работа уже начиная с 8 класса. Вот поставил себе мальчик цель, и по этой цели идет, естественно, вот такие результаты бывают хорошие. На сегодняшний день во всех общеобразовательных учреждениях идет углубленное изучение профильных предметов. От качества получаемых знаний зависит формирование в каждом человеке ценностных качеств. Как отмечает сам Ислам, подготовка к олимпиаде была весьма нелегкой. Для достижения желаемого результата необходимо очень много над собой работать и уделять внимание самообразованию. В основном как бы дома по интернету, по каким-то ресурсам, интернет-ресурсам или книгам дополнительно как бы брал. Также на уроках как бы закладывались как бы основные моменты как бы на уроках, например, по экологии, то на уроках биологии закладывались основные представления об этой науке. Целеустремленность и любознательность являются основополагающими принципами для достижения успеха в любой области, говорит учитель биологии Бурлиет Хизриева, которая готовила Ислама к участию на олимпиаде. После этого нужно было еще готовить исследовательскую работу. Мы вместе с ним написали исследовательскую работу. Ислам имеет такие хорошие способности, очень исполнительный мальчик. С ним вот интересно работать. Учитывая регулярные изменения в области образования, главная задача каждого ученика не останавливаться на достигнутом. В планах Ислама принять участие во всероссийском этапе, к чему и ведется усиленная каждодневная подготовка. В будущем юноша мечтает посвятить свою жизнь медицине и стать хорошим врачом. Бека Сулейманова, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».